С самого раннего утра учащиеся 4-й школы города Видное несли пакеты, коробки и связки с макулатурой. В образовательных учреждениях района была объявлена благотворительная акция под названием «Школа доброты». В год экологии ребятам было предложено собрать всю ненужную накопившуюся в доме бумагу и сдать ее на вторичное производство. Данная макулатура будет отправлена в специализированную организацию, которая осуществляет прием. Эту организацию также помогли выбрать жители, потому что мы искали именно ту организацию, которая по более дорогой цене примет макулатуру. Все вырученные средства после сбора бумажных изделий пойдут на лечение маленькой видновчанки Ксюши Мишаевой, о которой мы уже не раз рассказывали в выпусках новостей. Девочка страдает тяжелым онкологическим заболеванием и сейчас находится на лечении в Южной Корее. Наша школа вообще всегда принимает участие в таких акциях. Ну, а, наверное, боль этого маленького ребенка, она не осталась равнодушной в сердцах наших детей. Ребят очень затронула история Ксюши, и они захотели внести свой, пусть небольшой, но такой важный вклад в это большое дело. Вадим Туманов из 6 класса очень ответственно отнесся к поставленной задаче. Ну, вон там вот целый огромный мешок. Я вчера весь вечер бегал по нашему дому, 14 этажей, бежал каждую квартиру, не пропуская. Мне родители сказали об этой акции. Ну, в нашей школе тоже говорили, вот моему младшему брату, он в соседнем классе учится. Ну, бумаги принес больше, чем у остальных в классе. Я позвонила всем родственникам, чтобы собрали, всем своим друзьям. Вот, собрали, и я принесла. По итогам акции школа, собравшая больше всего макулатуры, получит диплом от Министерства экологии Московской области. А самый активный класс отправится на экскурсию в музей-усадьбу «Горки Ленинские». Не только школа в этом участвует, но и стали поступать звонки из детских садов, с платных школ, которые оказывают платные услуги образования. То есть эта акция, она повсеместная, и самая большая аудитория у нас именно в образовательных учреждениях, и она как бы подтвердила свое, вот, ну, свое значение. Вы также можете присоединиться к сбору денег для Ксюши, отправив СМС на номер 3443 с текстом «Ксения, пробел, сумма платежа». Услуга доступна для мобильных операторов МТС, Билайн, Мегафон и Теле2. Дмитрий Книга, Владимир Бижонов, Сергей Ларин, Видное ТВ.